Чем обработать чеснок, чтобы не желтели листья? Желтые листья появляются у озимого чеснока ранней весной. Этому может служить несколько причин, которые вы узнаете в сегодняшней аудиостатье. Подобранный уход строится с учетом всех изменений. Почему желтеют листья чеснока? Поскольку чеснок относится к ранним посадкам, его можно высадить в теплицу или в открытый грунт в зависимости от погодных условий. Из-за изменений в уходе, погоды и других факторов чеснок может желтеть. Почему это происходит? Слишком ранняя посадка. Заморозки или перепады температур, неподходящий уход, вредители или не хватает питательных веществ. Ранняя посадка чеснока. Коротко опишем те причины, которые влияют на состояние чеснока. Для некоторых регионов ранняя посадка чеснока нежелательна. А когда же высаживать в грунт? Средняя полоса. Конец сентября-октябрь. Южная полоса – ноябрь. Посадка весной рассады. Заморозки и перепады температуры. Весенние заморозки способны убить все посевы чеснока. Высаживается рассада всегда, когда земля полностью прогреется и не будет отмечаться перепад температуры. Для дополнительной защиты от промерзания нужно мульчировать грядки с чесноком. Неподходящий уход. Проявляется неподходящий уход за чесноком в недостаточном или чрезмерном поливе. Процедуру корректируют в зависимости от того, какие погодные условия, засушливая погода или обильные дожди. Вредители. Как вредители, так и болезни могут стать причиной того, что листья у чеснока пожелтели. Болезни и вредители чеснока. Клещи, моль, луковая муха, нематода, гниль, ржавчина, плесень, мучнистая роса. В данном случае обязательно нужно обрабатывать почвенную смесь, саженцы и в дальнейшем грядки, чтобы защитить чеснок. Когда не хватает питательных веществ? Полноценная почвенная смесь с достаточным количеством питательных веществ, исключая появление других проблем, создает для чеснока идеальное место выращивания. Чего же не хватает чесноку? Азота, микроэлементов. Чем обрабатывать чеснок, чтобы не желтели листья? Определившись с возможными причинами, почему пожелтели перья чеснока, приступаем к обработке. В случае появления вредителей обрабатывать чеснок на дачных грядках можно инсектицидами или народными средствами. Чем обработать? Протравить зубчики инсектицидами перед посадкой, опрыскивать химическими или биологическими препаратами уже в грунте. Смешанная посадка с бархатцами, которые предостерегают от появления вредителей. Профилактика травяными растворами. Обработку чеснока при нехватке питательных веществ проводят с самими недостающими элементами. Чтобы чеснок не желтел, нужно вносить по 10 грамм суперфосфата, 8 грамм аммиачной селитры, 6 грамм сульфата калия на 10 литров воды, поливать каждое растение и повторять процедуру через месяц. Травяной настой, крапива или окопник плюс древесная зола. И комплексное удобрение минеральных компонентов. Любые изменения на перье чеснока нужно отмечать и отслеживать, не запуская на самотек. Лучше предпринимать необходимую профилактику пожелтения листьев, чем справляться с последствиями нарушений и болезней. Спасибо, что прослушали сегодняшнюю аудиостатью. Надеюсь, она была вам очень полезна. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, а также не забывайте переходить на сайт.